Вы можете не сомневаться, спиртное, как и было обещано, в неограниченном количестве, с едой, правда, туговато. Но все, что заказано, все у вас будет, поэтому я предлагаю вам распределить все. У нас 10-е, так что трое суток мы с вами здесь и проведем. Прошу вас на одну секунду поставить свои бокалы, оторваться от своих блюд и сосредоточиться. Великолепный! Продолжайте. Необыкновенный, ваше слово. Очаровательный. Очаровательный и охмурительный. Так, хорошо, можно и в таком духе. Итак, очаровательный, охмурительный. Незаменимый. Незаменимый, с бокалом вина, прояснял человек. Вы кого имели в виду, бокал или Вилли? Вилли, хорошо, то я подумал. Ваше слово? Талантливый и неповторимый. Потрясающий. Эта женщина произнесла, она знает толк в мужчинах. Какой? Остроумный, это про меня? Уважаемый, тоже про меня. А, про Вилю. Я уже решил себя. Так, вы хотите дополнить? Уникальный. Уникальный. А почему таким загробным голосом? Хорошо. Уникальный. Ваше слово? Удивительный. Не... Какой? Полный сюрпризов. Какое количество слов, такого он еще никогда не слышал. Восхитительный было. Усатый. Хорошо, тоже верно. Он станет таким... Обаятельный. Я думаю, что у него не хватит сил выйти на сцену после того, что он услышит. Кто здесь у вас отвечает? Кто бригадир стола? Так, тут видим... Кто? Миша, давай. Миша забыл русский. Так, Миша, вас как зовут? Алла. Аллочка вместо Миши говорит. Какой? Непредсказуемый. И главное, каким взглядом она посмотрела на меня. Но я так понимаю, что непредсказуемый Вилли. Так, у вас очень длинный стол, и всего одно прилагательное. Есть еще? Вечно молодой, загадочный, загадка. Так, ваш... Мероупитанный. Вилли слышал, нет? Это после того, что он 3 месяца сидел на диете и похудел на 6 кило. Хороший комплимент мы его сделали. Так, дама в красном. Любимый. Вот она и призналась, наконец. У вас что-то было, да? Так, любимые и последние три. Последние три самые ударные. Не всем известные. Всем известные или не всем известные? Не всем известные, но это явный намек. Такого ни один мужчина вынести не может, поэтому вы явный кандидат на то, чтобы вы стали известны ему, а он вам. Поздравляю. И последнее. Народный. Вот именно этим словом мы и подводим итог первому нашему тосту. Прошу поднять бокал. Прошу всех поднять бокалы. Все, у кого что есть. Поднять бокал за артиста, который сегодня главное действующее лицо. Спасибо ему за то, что приехал он в эти сложные погодные условия. Я могу сказать, что 16 часов он добирался сегодня из Нью-Йорка. Вместо того, чтобы прямым рейсом прилететь в Торонто, самолет посадили в Баффало. Оттуда на машине он ехал до Токарев. Как я называю фамилию, все вместе и говорим «О-о-о!». Итак, Вилли Токарев! Здравствуйте, товарищи, дамы и господа. Это голос Токарева Вилли. Так проживают злые люди иногда. Слух пускает, что в тебя Вилли. О! Так проживают злые люди иногда. Слух пускает, что в тебя Вилли. А я в Нью-Йорке продолжаю сочинять и петь. Тем, кто там только еще остался. Хоть порой приходится в розыске стоять терпеть. Я Нью-Йорк покинуть не пытался. Хоть порой приходится мороз и злой дней. Я Нью-Йорк покинуть не пытался. Мы рано занавес дали, ведь пьеса еще идет. Друг друга же мы не видали, и мама моя меня ждет. О! Друг друга же мы не видали, и кто-то из вас меня ждет. А я с удовольствием вам привет послать.
пожелать того, чего хотите. Я хочу вам счастья и здоровья пожелать. То, что не так, прошу, простите. Я хочу вам счастья и здоровья пожелать. То, что не так, прошу, простите. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сразу скажу, что я вас всех люблю, потому что вы пришли слушать мои песни. Мои песни – это мои дети. И мне очень приятно, что мои дети не одиноки. Спасибо. Я сегодня построил свой концерт таким образом. Я его разбил на два отделения, чтобы я мог показать себя в другом костюме. И я сделал так, что... Но я хочу продолжить именно это отделение песни. И я сделаю исключение, потому что я вижу в зале много очаровательных женщин. Да. Как и в звездной вселенной, словно тысячу лиц у любви неизменной, и я в душе берегу. А вокруг чужие люди, а с кругом чужой народ, от тоски душа воду, только водка не берет. Небоскребы, небоскребы, ай, я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А кругом миллионеры, денег куриный клюют, между людьми как шакалы, люди бедные встают. Люди ночью никогда. Небоскребы, небоскребы, я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Я работаю как лошадь, все дела, 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 а теряю свой покой. Очень часто, очень часто. Сестный Вадик пианист, пусть он пьянет, звезды пусть хватает, но душою где-то не совсем. Шел на балагане, любит веселиться и пожрать отменно радостный народ. Лес лесу четвертак, так он сыграет и не так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Без любви я от тоски. Я давай без души веет, поет, смеется, и не зачарованные зеки на дарах пайку доедают. Зеки на дарах пайку доедают. Стоит охрана и растреснувшим веком поет, смеется, и зачарованные зеки Ростовский испытанный урка, барабанно меня как дышать. Ты же знаешь, любимая мурка, как опасно мне в этом мешать. За решеткой сижу и с тоскою гляжу на свободу. Ходят люди внизу и сдержать не могу. Я позабудешь, я с начальником бьюсь, я тебе не боюсь. Я боюсь, что к тебе не вернусь. Я тобою одной, совершенно больной, не мужей. Держи, держи, вода, поймать его пора. Но всем известно, что не поймали его. Любил в Одессе я захаживать в Духанчик.
и пойму ли его. Держи, держи, вода, поймать не мог, вода. Но всем известно, что не пойму ли его. На девушке Зои, которая сидит где-то там. Да. Зойке нравится быть красавицей. Откровением вся горит. Очень гордая, с наглой мордою. О себе она говорит. Я налетчица, я наборчица. Я подручная у порог. С силой и на камеру убегли. Мы не верили и не верили. Но помочь мы ей не могли. Ой, мы не верили и не верили, но помочь мы ей не могли. Что ты сделала, Зойке белой, распроклятая Колыма? Дрыгнул Зоечку на помоечке, рассказала мне все сама. А ушла, нищета пришла, и в душе моей нет огня. Жизнь жестокая, одинокая, глянчик ворочник по дворам. Все... Было радостно, было сладостно, не забуду я те года. Не поймал я ничего. Однажды мама заказала мне сосана. Как никогда друг на другу тебя поймал, не жми ни раз. Эх, вас чешу я, не поймал я ничего. На медне я ловил все света, когда бабина был, наверное, невезучим. Вы не поверите, но я не стану брать. Заброшен чёрный, который без спор поанючит. Пойду туда, где учу шахматы играть. Эх, что на твою память, буду шахматы играть. Я благодарю вас за прекрасное. Сейчас есть песни, которые я не боюсь исполнять нигде. Даже там, когда мы говорим «Бин». Я думаю, что все понять. Я говорю «Нет». Пожалуйста, это ваша любимая песня. Ваши аплодисменты, дружеские возгласы, браво, бис! Я не видал об этом в России. Передаст в России, что в Канаде тоже есть евреи. Вы знаете, я впервые увижу, но я хотел бы такого ведущего иметь у себя там. За деньги я готов на все. Есть. Фотографии добавить. Кстати говоря, дорогие друзья, есть мужчина? Помогите мне, пожалуйста, вскрыть женщину. Нас сегодня снимают. Вы знаете, да, кто снимает? Самая популярная передача, 47-й канал. «Русские волны» и «Прекрасное далеко». Так что у каждого есть шанс попасть в историю. Когда эта передача будет? Когда фрагменты будут? А? В субботу. Дорогие друзья, я предлагаю всем обзвонить своих родных. Кто знает, может быть, ваши родные увидят вас в этой прекрасной атмосфере. Ну а сейчас мы все-таки переходим к самому главному. Если есть такой человек, кто будет, кто из претендентов? Есть, нет? Да, а условия? Мне нравится ваш практичный подход к этому делу.
Условия очень простые. Этот туз каждый из вас может приобрести сейчас, чтобы не менять деньги, за $1. За $1. Кто готов заплатить $1 за ус Вилли Токарева? Прошу поднять руку. Раз, два. Так, $1. Нет, $1, значит, между вами сейчас. $2. 9. 8. Какой? 9. Стол номер 9. Одну секундочку, я к вам подойду. Чтобы тот человек, который готов $2 забрать за ус. Два. И главное, самое главное, что у него свои усы есть. Видимо, не хватает, хочет нараздеть. Так, $2. Кто хочет здесь? Сколько? $5. $5. Симпатичный молодой человек приобретает туз Вилли Токарева за $5. Ваше слово? 20. Слушайте, ну мы гуляем. Не ожидал я. Так, $20. Я прошу вас, будьте, пожалуйста, поддержаннее. $30. $30. Я ухожу, чтобы больше ничего не слышать, потому что $30 предлагает за ус Вилли Токарева вместе с автографом, майкой и газетой молодой человек по имени Артур. Артур, извините, Артур, вы так мечтали, что вам ус этот достанется. Наш $100. $100. Смотрите, что ваша жена ваши усы не оторвала за эти деньги. Так, $100, если вы этого не боитесь, пожалуйста, $100, этого достаточно. Мы понимаем тяжелое финансовое положение жителей Канады. В России второй ус ушел за $5000, но Канада есть Канада, страна не очень богатых людей, это не то, что в России. $100 тоже хорошие деньги. Итак, $100, ваше имя, $100. Кто на $1 может добавить и будет ус другого? Как ваш зовут? Нахим. Нахим, наш человек. Итак, Нахим, вот он, пожалуй, единственный, который сегодня предлагает, вас долго снимают, вас обязательно покажут по телевидению, а потом в налоговом управлении. Но это все постепенно, по очереди делается. Итак, Нахим, прошу вас, Нахим, пройдите сюда. У кого-нибудь, если есть предложение, пока Нахим идет сюда, может сократить этот путь на сцену. Нахим выходит на эту сцену. И так вечером у всего обошелся $220. Два билета для себя и для жены, плюс $100. Но какой почет! Вы посмотрите, как Нахим идет. Какой почет, какие аплодисменты. Итак, Нахим, я вас поздравляю. Я считаю до трех. По условиям любого аукциона вы не передумали, нет? Пока нет. Он боится, что кто-то перехватит. Но я понимаю, что все остальные молчат. Молчат. И, кстати говоря, вы пожалеете, потому что, Нахим, вы в Россию не собираетесь? Пока нет. Но больше того, если вы соберетесь в Америку, в Нью-Йорк, я уже знаю покупателя, который купит это за 500. Да, так что вы заработали 400 просто так, на ровном месте. Итак, не то что дам, я вас с ним познакомлю, с этим человеком. Итак, $100 Нахим предлагает за этот туз, и мне ничего не остается делать, как досчитать до трех. Раз! $100 Нахим, два! $100! $100 Нахим, три! Аплодисменты Нахиму! Поздравляю вас! Вот этот туз, храните его вместе с матрешкой. Более того, директор Вилли Токарева вручает вам эту самую майку. И вторую половину женщины отдайте, потому что он взял лучшую, нижнюю половину. Там еще верхняя была. Где матрешка у нас? А, вот она. Прошу прощения. Пожалуйста, Нахим, держите, прикройте этот ус. Здесь, на этой матрешке, Вилли... Кстати говоря, правильно сделали, потому что одна майка и кассета стоит вместе $100, а вы еще усы прихватили. Садитесь, пожалуйста. Вам автограф Вилли Токарев отдаст. Итак, $100. Вот я и подработал немножко. Итак, дорогие друзья, точно не знаю, но знаю абсолютно точно, что это так. Самых крупных модельера Канады и Америки представляют сегодня на нашем вечере свои последние модели. Так, уникальные украшения, драгоценности. И все это сейчас будет представлено вам. Будем вас встречать. Я прошу вас отреагировать на это с полным серьезом. Более того, самых крутых When I will dress and leave the book, I am
нас мармарочи. В нашу полку прибыло еще одно. И после долгих лет в России я вновь увидел очередь. Пожалуйста, получайте памятные подарки от одного из главных организаторов нашего вечера Эллы Челузновой. И не уходите, потому что подарков у нас очень много. Мы продолжаем нашу танцевальщик присоединиться. Может сейчас это сделать. Я думаю, вы не пожалеете, потому что сейчас у нас объявляется главный конкурс сегодняшнего вечера. На самую лучшую танцевальную пару. Такую прекрасную атмосферу в этом зале. Ну и, разумеется, музыкальный руководитель. Не расходитесь, пожалуйста. Не расходитесь, музыкальный руководитель. Все это спонсоры, которые вас сегодня поздравляют, и, естественно, главный приз сегодня будет вручен тем. Мы долго думали, кому, и все-таки решили, что самой сильной и выносливой танцевальной паре. Повар с другом, все остались, да? Танго, танго, звучит танго, и сейчас, после того, как вы... Огинет лишь в углу, а когда... Пачка в руке, я черный мой, я летучая ночь, вино и мужчины, это моя здесь атмосфера, не дам скользкой валюты. Вот сейчас все продолжают танцевать, но главный приз получает Барбара. У нас такие сильные кавалеры, что я боюсь, что мы зарешу вас, если сердцу плохо, лучше не надо. Потеряете своего партнера, мужа, знакомого. Поберегите его, дамы, если вы чувствуете, что партнер не выдерживает. Ваши аплодисменты, но так хочется получить интересно. Вот уже полчаса кавалер в красном пиджаке держит свою даму. И посмотрите, как у нее изящно держит. Аплодисменты ему! Аплодисменты, действительно старался, ничего не сделаешь. Но спорт есть спорт и искусство вместе. Спасибо большое, спасибо. Мы продолжаем наш вечер. Если вы в состоянии сейчас сосредоточиться, я предлагаю вам это сделать. Дорогие друзья, вот товарищ говорит, как насчет того, чтобы трое суток провести в этом зале, что никого из гостей сегодняшнего вечера полиция не будет останавливать, которая придумала этот вечер, организовала, через руки которой прошли все ваши пригласительные билеты, это Элла Челузнова. Не слышу, но чувствую, что что-то очень хорошее происходит в этом зале. Я хочу секрету, что Вилли Токарев не только замечательный певец, он замечательный друг. Я вам скажу... Моя старая машина до сих пор ездит. Спасибо, Арон. И сегодня у Арона, я не буду говорить сколько, но юбилей его свадьбы с его замечательной Аней. Давайте его поздравим и что-нибудь ему подарим. Не вошел в Канаду, он пока только-только вышел в Америку, да, для маленьких детей. Там шикарные витамины и специальные...
Это ее проблемы. Итак, джел и шампунь — это приз номер два. Номер 180, который получит этот приз. 180. Я заявляю это прямо, лично мне отец и мама. Вы по всем приметам сильны. Мы по всем приметам сильны. Все. Спасибо. Солнце в грузе.